Электриком звали, да? Да, да. Ну, рассказывайте. Ну, свет уже погас, вот, пока мы доехали. Да? Сейчас посмотрим. Вообще нигде нет, да? Что? Вообще нету в квартире? В квартире нету, а вот недавно же был свет, так тоже же не было у нас. Опять вырубили свет, да? Mm-hmm. Сейчас посмотрим. А счетчик светился вообще? Счетчик у нас светился, когда свет включали. А-а-а. Но в квартире просто света не было. Так, у нас автомат оттуда, походу. Вот эти два вас, да? Угу. Саш, иди, пожалуйста. Привет. Саш, иди гуляй. Свет только снова рубили? Недавно, буквально на 10 минут. Ну, они периодически включают, еще включают. А где у вас счетчик вообще? Вот этот. Верхний, да? И вот это ваше, да? Да. А из-за чего произошло это? Что-то включали, да? Ну, я включила, получается, удлинитель в розетку. И оно, удлинитель бахнуло, вырубило свет в квартире. А, тут целка ли ничего не помогала, да? А мы сейчас позвоним автоматы все. Да, это надо хотя бы подождать, когда они включатся. А когда они его включат, а сам ничего у вас не загорелось там в коробке? Mm-hmm. Запаха не было никакого? Нет, никакого. Единственное, что удлинитель сгорел, я его выбросила и все. Угу. Надо подождать, когда они его включат, блин. Счетчики.
часов. Тут точно, да, у вас ящик? Ну, 3-4. Ну, по проводу, значит, вот это у вас автомат, или 2 дома пяти. Тут значит как-то не рабочий. Ну, подожди, этот. Ладно, сейчас мы перекрутим его туда. Ну, дайте, пожалуйста, таблетку какую-то. Это нерабочий автомат. Добрый. Есть у тебя? Так что нету. Вот я с лапочками, подожди. А не можно остановиться? Да. Ну, я понял. Может, квартира что-то перегорела, я не знаю. Люди, кто-то говорил, коробка какая-то там. Ну, вот этот автомат был отщелкнутый, ну, как бы отщелкнутый. Угу. Я его включил. Когда они включатся? Коробка, что там у нас коробка? Thank you.
Ну иди тут появится, когда включат. Там коробка нормально. Вот этот стоп-кадр поломанный. Ну, как бы не поломанный, он уже подустался. Угу. Чтобы на такие поменять бы. Да? Поменять бы его, конечно. Можно будет... Ну давайте так, позвоните мне, как появится свет. Заработает или нет. По идее, должно заработать. Этот автомат был отключен. Так, вроде... А, вот еще. Окей, все. Бери пакет. Бери, может, пакетом.